Попробуем еще раз. О, как хорошо раскрылось. Такой вот сазанчик нам попался. Будем улучшать результаты. Вот каких люди ловят. Не то что я, мелочь. Всем привет! Сегодня мы будем рыбачить на кастинговую сеточку. У меня появилась новенькая кастинговая сеточка, 6-метровая, как я и хотел. Покажи поближе, прям приблизь, прям близко. Ячейка 30-ка, леска 0,5. Должна выдержать, в принципе, любую рыбу. Она у меня еще совершенно новая. Где такую приобрести, оставлю контакт на человека, кто их делает. Мне очень понравилось, как она сделана. Сейчас попробуем. Вообще первый ее заброс будет. Что из этого получится, посмотрим. Приехали, как всегда, на секретный мост, который уже давно у нас не секретный. Людей здесь полно. Ну, попробуем что-нибудь поймать. Что из этого получится, еще сами не знаем. Рыбка помаленьку полавливается. На мосту люди болтаются. Сейчас набираю сеточку таким вот я способом. Все, идем на мост пробовать. Распутали сетку, убедились, что она у нас вся нормально разложена. Что здесь такое? Долежала, как попало. Запуталась вся. О, все. Пробуем сейчас первый заброс. Что-то я набрал руку вообще неправильно. Ну ладно, развернется по ней. О, неплохо пошла. Сейчас ждем, пока опустится. Должен я ударчик почувствовать, как она ударится. Опустилась наша сеточка. Начинаем потихонечку собирать. Напротив опоры я встал. Плохо. О! Нет, что-то показал, что не так собирается. Кого-нибудь-то поди должен поймать. Ха, никого. Первый блин ком. Да, первый блин ком. Ну, это с той стороны кидать, смотри. Почему? Потому что дяденька ловит. Тебя снимать, дяденька, можно? Да или нет? Пошли, там другой рыбак тоже кастинговой сеткой кидает. Попробуем рядом с ним. А как зовут? Юра. Попробуем с Юркой вместе кинуть одновременно. Че, готов? Давай. Раз, два, три. Ух ты! Друг на друга закинули. Ага. Сейчас узнаем. О, я чувствую, что у меня что-то бьется. Сейчас собираем потихоньку, чтобы специально пониже, чтобы рыбы больше осталось. О. И у нас есть. Тоже есть немного рыбки. Чубаки? Пока что подвязку не вижу. Я еще плохо вижу, головой залазит. Моего чебака. Куда тебя вытрясешь? Куда? Воду. Вот смотри. К
Я спакую. Ну, шейка крупноватая для них. Тридцатка. И головой залазит. Сколько штук за раз поймали? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 штук за раз. Что-то подвязков нет, одни чебаки. Попробуем поближе к берегу закинуть. Может, здесь большие рыбины плавают. Против фета плохо. Кидаю, весь мокрый. В лицо все летит. Камера? Камера, не знаю. Нормально камера. Все, опустилось, вытаскиваем. О, еще чебаки. Это большое, видишь? Не вижу. О, сазанчик попался. Я уже рад. Не зря приехали. Чебаки вот как раз, блин, ничьей. Головой ничью пролазит. Да я покажу. Опа. Ёлки-палки, как еще удержать-то? Тих-тих-тих-тих-тих. Открывай рот. А сейчас. Такой сазанчик нам попался на втором забросе. Смотри, что у меня. Такой сазанчик нам попался. Будем улучшать результаты. О, Юрка тоже там. Там еще один наработал. Ну и ладно, сейчас подберем. Что за джип едет? Перебираем сеточку на всякий случай. Видишь, ее ветром чуть заворачивать не дает. Ждем, ждем, пока дна коснется. О, все, ударился дно. Начинаем вытаскивать. В этот раз туда она уже нету. Сколько рыбин пять там попалось, наверное? Чуть-чуть бы покрупнее они бы были. Попробуем еще раз. Ловись, рыбка большая и маленькая. Плохо против ветра. Мы же на лодке, когда стоим, всегда по ветру кидаем. Опускается.
Что-то даже бьется, по-моему. Может, опять сазанчик? Пониже собираем сеточку. Нет, просто чебаки. Ну, тоже неплохо. Не каждый раз по сазану. Ну, блин, я пока что сеткой вообще довольна. Кидается хорошо. Выехали попробовать. И рыбы наловили. Вон, они через ячейку проскакивают. Это хороший, все. Не пускает никого. До этого подвязка, хоть камеру покажу. Вот каких люди ловят. Не то, что я, мелочь. Сейчас мы в его же место закинем, посмотрим, что. Может, тоже что-нибудь большое поймаем. Да, так мы мало поймаем. Видишь, она плохо раскрыла. Четко из завета. Все, опустилось. Потихоньку собираю. Уже чувствую, что что-то там есть. Подвязки так бьются. А может, правда сазанчик попался? Ух ты! О, подвязка наконец-то поймал тоже. Вон подвязок идет. Ему повезло. Чебаки чуть-чуть бы покрупнее были, в тридцатку бы уже бы не залазили. Буквально сколько забросили? 5 или 6, а? Набираем еще раз. Опять попробуем с той стороны. А что так редко таскаешь? А? Что так редко таскаешь? Я знаю, ты натаскался, сейчас просто отдыхаю. А можно мне вон туда вон кинуть? Давай, давай. Сейчас закинем самое ловчее место. Должны достать караси. Да, здесь красиво. Сейчас я так. А вы далеко же? У него далеко стоит подъем? Караси же ловятся здесь. А? Караси же ловятся здесь. Ну что, будет сейчас. А, сейчас перестали? Да, подожди, я снимаю. Ну давай. Мужиков выгнали с ловчего места, они ворочают. Да нет. Сейчас будет. Понятно. Что, еще на ночь будете оставаться, Павел? Да. Ё-моё. Завтра поедем. Пока выходные нужны. Понятно. Пробуем. О, неплохо легла. Сейчас должны попасться карасики нам. С этой стороны моста обычно карасики. Опустилась наша сеточка. Начинаем собирать. Ни одного.
Ребят, караси здесь были только ночью. Ночью были хорошие. Попробуем еще разок. Щука даже была, да? Да. Поэтому я шутки и не гоняю. Да я понял. Я примерно, ну, вижу, что происходит все равно. Понимаю, сплавил с деклавилем. Попробуем еще раз. О, как хорошо раскрылось. Неужели ни одного карася не будет? Нет рыбы. Есть рыбы, нет. Сейчас узнаем, что здесь есть. Я уж и собираю прям вдоль дна, стараюсь тащить. Никого. Что, пойдем еще? Кольцом, мне кажется, для вас есть сила такая бы. Не знаю, я той не кидал, только вот такой вот, как она, американского типа. Я той ни разу не кидал, не знаю. Пойдем попробуем с той стороны еще кинуть. Пока Юра там сеть перебирает. Юра же, правильно? Пока Юра... Давай. Пока он перебирает, мы поймаем его сазанов. Ух ты, вообще ничего не поймаю. Так Юра не поймал. Да против этого не могу ее кидать. Еще поторопился, закинул как-то в крик. Но все равно есть шанс, что что-нибудь зацепится. Нифига там нет, по-моему. Да. Самый плохой забросить, да? Все дяденька на наше место достал, сейчас наших чебаков всех взял. Ну ладно, пусть стоят. Ну неплохие чебаки. Потрогаешь шершавый. Чувствуешь? Фу, да. Фу, да. Потому что самец, самки гладкие. Тоже шершавенький. Пробуем, кидаем крайний раз. Может что-нибудь и зацепится. Хорошо потащил, а то у меня веревки так не хватит. На веревке не хватит. Не, о, коснулась дна, по-моему. Да. Штуки. Рыбу мы решили, что с Наташей брать домой не будем. Отдадим ее Юре. Юра! А, Юр! Ты рыбу возьмешь? Вот эту. Ну, все равно стоите ловите, что? Ну, удовольствие. Забирай, да, я все. Мы все, закончили рыбалку. Так, закончили мы рыбалку. Рыбу отдали Юре. Сеть хорошая получается. Первый раз я сегодня на нее рыбачил. Поймал где-то, ну, наверное, может быть, ведра. Ведра два там было, Юр, нет? Ведра два рыбы было, нормально, считаю, для первой рыбалки.
для испытания сети. Отличный улов. Так что всем спасибо за просмотр. А, не, подожди, про грязь скажу. Иди сюда. Вот, ребят, приезжают на секретный мост, и вот такие вот. Я же специально в этом месте стал. Бутылки пустые выбрасывают собаки серые. Где стоят, там и срут. Пожалуйста, не бросайте бутылки. Мы с Наташей даже один раз или два, один раз как-то приехали на берег реки и убрались. Потому что постоянно туда ездил, приехал на свое место, а там грязно. И убрался. Неприятно, когда приезжаешь, вот так что не сорите вот так вот, херней не маетесь. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интересней. Всем пока.